Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Mazda. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеили арки. Проклеили крылья. Также нанесли первый слой на крышку багажника. Двери. Глухой звук. Проклеили крышу первым слоем вибропласта. Все, тщательно прокатали валиком. И приступили клеить уже второй слой шумопоглотителя. В передних дверях приступили клеить второй слой. Продолжаем нашу работу.